Сегодня 26 апреля 2024 года. Выпускаем в естественную среду обитания две особи ошейниковой совы. Прибыли они к нам прошлой зимой в крайне истощенном состоянии. В остальном птицы без повреждений. Их откормили, были проведены профилактические ветеринарные мероприятия. Птицы готовы для самостоятельной жизни. Сейчас установилась благоприятная погода, хорошие условия для их жизни в природе, поэтому было принято решение их выпустить.